И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Resident Evil Remake в режиме невидимые враги на уровне сложности Hard за Криса Редфилда. Так, что мы сейчас делаем? Пистолет пока возьмем. Дробовик может взять. Так, сейчас мы пойдем расстреляем паука, который находится в баре. Расстреляем его из пистолета. Так, забегаем в бар. Да, и паук тут. Стреляем. Так, отлично, убиваем паука. Берем здесь зеленую траву и поджигаем вот эту лампу. Так. Теперь бежим вот сюда. А, тут у нас еще аптечка есть, да? Так, поджигаем еще одну лампу. Берем аптечку. Давайте ее откроем. Что у нас здесь? У нас здесь смесь зеленой и синей травы. Понятно. Так, давайте сбегаем еще одну лампу на третьем этаже. Ну, точнее. Вот здесь вот. Подождем. Так, и давайте пойдем выложимся и вернемся за книгой тогда. Так, чтобы убрать. Чтобы убрать. Ну, давайте траву уберем. Убираем травы, пожалуй. Так, убираем. И смесь убираем. Пойдемте книгу возьмем. Или потом возьмем книгу. Хотя потом мы возьмем эту книгу. Никуда она не денется. Так, залазим на ящик и перелезаем на другую сторону. Так, и бежим дальше. Сейчас мы бежим в комнату 002. Так, бежим. Но сперва давайте возьмем здесь карту. Так, дыра в стене. Не лезем в эту дыру, а заходим в комнату 002. Так, теперь заходим сюда, в ванную комнату. Так, и вошел зомбак. Вошел зомбак, мы берем ключ от сторожки. Давайте возьмем ружье в руки. Ах ты сволочь! Ты сволочь, ты тварь, понимаешь? Ох ты черт! Ох ты черт, я слишком быстро оказался. Слишком близко оказался, что меня гранаты разорвало. Досталось мне. Блин, это печально. Ну ладно, выходим отсюда. Подлечимся, если что. Так, давайте. Да, мы взяли ключ от комнаты 001. Бежим в комнату 001. Да, мы ранены. Конкретно нас задело гранатой. Ну, потому что слишком близко все было. И дробовик почему-то я промазал из него. Непонятно почему. Обидно.
Так, открываем комнату 001, заходим. Что здесь мы берем? Ну, берем маленький магнум. Записка самоубийцы. Так, и уходим отсюда. Так, теперь заходим в ванную комнату. Здесь поджигаем сразу зомбака, который на полу. Так, давай, Крис. Да как нет? Давай, Крис, ты чего? Так, поджигай. Так, вынимаем пробку из ванны. И берем здесь ключ от комнаты управления. Теперь выходим отсюда. Ну да, давайте подлечимся, зайдем. Зайдем, подлечимся. Нам нужно как минимум две травы. Так, бежим в комнату сохранения. Нужно две травы зеленых. Как минимум. Так, убираем этот карманный пистолет. В принципе, убираем. И оружие убираем. Флягу тоже убираем. Так, и берем две травы. Лечимся. Отлично. Так, у нас есть ключ от комнаты управления. Так, ну все. Теперь мы держим путь в комнату управления. Так, перелазим через ящики. Заходим в дверь. Так, и бежим вновь в комнату 002. Двигаем здесь шкафы. Так, этот влево отодвигаем. И спускаемся вниз по лестнице. Да, здесь у нас надо будет из ящиков делать мостик. Так, бежим. Толкаем ящики. Да, впереди нас ждут Нептуны. И грустная катсценка. Так, один ящик в воде. Толкаем второй. Так. И теперь третий. Теперь третий ящик. Давай, Крис, быстрее. Блин, вот бесит меня эта головоломка вот. Слишком много времени отнимает. Так, ну ладно, доталкиваем. Последний ящик. В оригинале она меня еще больше бесит, потому что там ящик еще дальше находится. Так, пробегаем по мостику. Берем зеленую траву, которая нам сейчас, возможно, спасет жизнь. Так, и выходим вот сюда. Так, и смотрим катсцену. Ричард! Крис! Крис, стоп! No!
Ричард. Да, и Нептун взял и сожрал, проглотил просто Ричарда. Так, бежим. Давай, Крис, беги быстрее. Так, открываем комнату управления ключом, так, и заходим. Так, спускаемся вниз, да, и у нас тут еще одна головоломка сейчас будет. На время. Так, давайте возьмем карту. Так, и посмотрим, какой клапан нам нужно опускать. Клапан 3. Третий клапан, отлично. Так, давайте нажимаем, активируем это. Так, сначала здесь нажимаем, затем нажимаем здесь. Так, теперь идем опускать третий клапан. Бежим, Крис. Так, замечательно. И повторяем те же действия. Сначала это, теперь это. Так, все, створки закрываются. И мы теперь можем спустить воду. Спускаем воду. Вода полностью спущена, отлично. Так, и на выход, бежим на выход. Так, бежим. И выходим через дверь, вот здесь вот. Так, что у нас тут полезное есть? Надо посмотреть. Так, тут вроде ничего нету, а вот здесь есть патроны для магнума. Это очень полезно. Берем. И проходим дальше. Так, бежим. И здесь у нас есть оружие Ричарда, штурмовой дробовик. Подбираем его. 10 патронов. Достался нам от Ричарда. Так, и пробегаем дальше. Пытаемся взять ключ. Но большая рыбешка этого не дает. Сбрасывает ключ в воду. Так, толкаем вот эту штуку, сбрасываем в воду и опускаем здесь рычаг. Так, опускаем. А что, поджариваем эту рыбу. Да, и все сгорело, все. Вышло из строя. Так, теперь мы берем в воде маленький ключ. Точнее, какой маленький ключ? Ключ от галереи мы берем. Так, и все, уходим отсюда. Бежим отсюда. Так, и бежим вот сюда. Так, поднимаемся здесь по лестнице. И открываем здесь дверь. И выходим. Ну, возвращаемся в комнату 002. Да, я думаю, может быть, за красной книгой сразу сбегать. Почему бы и нет? Впереди нас ждет
Растение 42. Да, давайте сбегаем за красной книгой, возьмем ее. Она у нас в баре осталась. Да, и нужно убрать что-то из инвентаря. Так, бежим за красной книгой. Берем ее и уходим отсюда. Убегаем. Так, ну что можно убрать? Что мы уберем конкретно? Сейчас подумаем, что мы уберем. Так, давайте штурмовой дробовик пока уберем. Уберем патроны для магнума. Траву, в принципе, тоже можно убрать одну. А хотя нет, оставим. Так, и бежим в галерею. В галерею, открывать галерею. Так. Галерея. Так, открываем галерею, выбрасываем ключ и заходим. Тут у нас пчелы, нужно быстро бежать сначала за инсектицидом, или как-то он называется. Так, пчелы, идите куда подальше. Вот, берем инсектицид. Идем к той дыре, которая была в стене, где мы карту брали. Вот туда применять этот инсектицид, чтобы потравить всех пчел. Вот бежим, собственно. Да, используем инсектицид и травим всех пчел там. Чтобы они все сдохли. Здесь этот улей пчелиный. Так, и теперь нормально начинаем исследовать эту комнату. Так. Может быть, получится код ввести, не знаю. Я не помню. Вот это, по-моему, тройка. Если я не ошибаюсь. Так, это у нас шестерка или... Или вот это пятерка, а вот это шестерка. Да, отлично. Открываем дверь, но Крис не разбирается в химии, так что не будем туда заходить. Так, берем обойму для пистолета. Берем здесь красную траву. Да, давайте хилку сразу все сделаем. Так, и бежим, 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 бежим вот сюда. Бежим, где пчелы были. Берем здесь ключ от комнаты 003. Так, и бежим ее открывать. Вот у нас комната 003. Используем ключ, выбрасываем и заходим. В ванную комнату заходить не надо, там ничего нету. Так, вот у нас среди красных книг белая, берем ее, так, и вставляем красную. Решаем небольшой пазл. Нет, ты что делаешь? Я так не хотел. Давай назад. Так. Это сюда. И это сюда. Все, отлично. Отодвигается шкаф. И дверь открылась. Все, теперь бежим сохраняться, завершать серию. И в следующей серии у нас будет уже 42-й.
Так, бежим сохраняться. Нужно, я не знаю, сколько трав нужно взять, чтобы выжить. В общем, худо нам придется 42-м вслепую биться. Но мы попробуем. А что нам остается? Так, берем, убираем хилку. Пока что убираем. Так, обойма для пистолета. Ну, смешиваем. Так. Берем ленту. Ленту берем. И сохраняемся. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Хаиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.